Лени Макинтош. А встрече с самыми злобными сотрудниками администрации в российских лагерях. Очень развито сарафанное радио и все твои поступки как на ладони. Раньше депеша шла от одного лагеря до другого. Был эпизод, я попал на крытую зону, а туда попадают самые отпятые. Там был майор Махна, варвар. Пришел очередной этап. Он говорит, вы попали в житомирскую крытую. Забудьте обо всем и здесь вас будут бить 24 часа в сутки. А начну я. Говорит он в такой манере, что сомневаться не приходится. Прапорщик держит дело вновь прибывших. Прапорщик читает. Звегинцев. Че крутой. В разборках любишь участвовать. И начинает его метелить. Подходит ко мне и хватает крестик. Который я сделал из банки из гущенки. Я перехватываю его руку что равносильно выстрелу. Далее хватаю его за горло. Они ошалели. Я понимал что меня так или иначе изобьют. Они заглянули в дело и поняли, что я могу отомстить и что я особо опасен. Если бы я это не сделал, то меня били бы каждый день.